театре «Кукол» первый билет по пушкинской карте продан на премьерный спектакль «Калиф Аист». «Восточная сказка» 16 сентября откроет 50-й театральный сезон. Также в проекте участвуют театр драмы имени Алексея Толстого, театр юного зрителя и областная филармония. Как ожидается, список учреждений будет дополняться. Оформить пушкинскую карту можно в приложении «Госуслуги культура». Там же или на сайте kultura.rf доступна афиша мероприятий, на которые можно купить онлайн-билеты с ее помощью. Пластиковые пушкинские карты выдают во всех отделениях Почта-банка. Ими можно расплачиваться и в кассе организатора выбранного мероприятия.